А сейчас мы возвращаемся к главной теме сегодняшнего выпуска. Жители Тверской области, особенно молодое поколение, готовятся отметить День всех влюбленных. Кто-то покупает подарки, готовит сюрпризы, а есть пары, которые решили накануне 14 февраля пожениться. И это прекрасно, ведь считается, что февраль покровительствует молодым и дарит долгие годы жизни. Но примета не всегда работает, если люди сами не вершат свою судьбу и не стремятся жить в мире и радости. Следующий репортаж о семье Савенковых, которые прожили вместе 50 лет. Тамара Николаевна и Георгий Викторович, за плечами которых бесценный опыт, согласились пообщаться с нами и ответить на самые главные вопросы. Что у них важно в отношениях, как они сохранили их и как передать своим детям эти знания. День своей свадьбы Тамара Николаевна и Георгий Викторович Савенковы помнят очень хорошо. Слезы родителей и молодоженов, поздравления и ощущение безмерного счастья. Даже не верится, признается пара, что с тех пор прошло уже 50 лет. За эти годы судьба преподнесла немало уроков. Супруги пережили разные времена, но поняли главное – совместная жизнь – это всегда взаимоуважение, забота, компромисс и верность друг другу. Глава семейства – мужчина, конечно. В нашей семье уважение мужчине было всегда. Дети очень любят и уважают своего папу. Папа у нас главный в семье. Решения мы принимаем, ну, в основном, так сказать, посоветуемся друг с другом. Но немножко я добавлю, чуть-чуть, может быть, роль шеи бывает в некоторых ситуациях более важна. Согласны, супруг? Я с ней всегда согласен. Даже когда она говорит неправильно, я все равно согласен. В этом состоит счастье семьи. Сейчас Тамаре Николаевне и Георгию Викторовичу приходится много времени уделять и внукам, и детям, и всей своей семье. Но мы решили преподнести им подарок, который позволит немного остановить время и дать возможность вспомнить паре лучшие годы и подумать о перспективах своей семьи. Сказать друг другу еще раз, как много значит для них любовь. Тамара Николаевна, Георгий Викторович, передаем вам вот этот сертификат на ужин в ресторане «Панорама» в самом высоком здании города, бизнес-центр «Тверь». Замечательно. Ресторан «Панорама» находится в самом высоком здании города, бизнес-центре «Тверь» на Смоленском, 29. Для Тамары и Георгия Савенковых предоставляется уникальная возможность насладиться видами города с 22 этажа и блюдами от шеф-повара. Отметим, что наша съемочная группа тщательно готовилась к этой съемке, а когда наши партнеры узнали, какую пару мы будем поздравлять, решили присоединиться. Их слово для нас закон. Наша съемочная группа записала видео поздравления дружного коллектива больницы Пирогова для семьи Савенковых, где оказывается специализированная высокотехнологичная медицинская помощь по всем направлениям. А людям старшего возраста коллектив медицинского учреждения готов предложить комплексную поддержку и диагностику. Сегодня в преддверии хорошего праздника, такого радостного, для многих людей он становится значимым в последнее время, День Святого Валентина, мы хотим поздравить супружескую пару Тамару Николаевну и Георгия Викторовича. Мы хотим поздравить с этим светлым праздником, пожелать им и дальнейшего здоровья, любви. Еще раз подчеркну, для того, чтобы вы были здоровы, мы вам хотим подарить сертификат, он так и называется у нас «Подари здоровье», который вы можете воспользоваться для того, чтобы получить самую разнообразную медицинскую помощь в нашей больнице. Вот такой сертификат, с помощью которого вы можете посетить лучших специалистов, врачей нашего города. Но и это еще не все. Супружеская пара получила вот такой чайный сервиз от учебного комбината. Это символ домашнего очага, крепкой семьи, которая всегда собирается за столом, чтобы обсудить важные вопросы и поддержать друг друга. В преддверии светлого праздника один из старейших учебных комбинатов в Твери хочет поздравить Тамару Николаевну и Георгия Викторовича с замечательным днем всех влюбленных. Мы не понаслышке знаем, что 50 лет – это очень серьезная дата, большая дата. Желаем вам любви, счастья и согласия. Готовя репортажи, посвященные Дню Святого Валентина, наша съемочная группа была удивлена тому, что в простых вещах и кроется секрет семейного счастья. Жизнь сама подсказывает, как нам поступить в трудных ситуациях, на кого опираться при решении важных вопросов и кому дарить лучшие годы своей жизни. Это родные и близкие, наши дети, которые обязательно должны видеть перед собой пример настоящей крепкой семьи.